Ребятусики, ребятусики, привет всем мои хорошие, дорогие, только из банка. 5000, вот они, вскрываемся. Давайте сейчас двадцаточку вскроем. Вот она упакованная. И будем смотреть, что мы получаем. Ищем, что мы ищем? Редкие, интересные номера. Ну что, погнали вместе смотреть. Так, видно меня? Видно. Я вот прямо еще в автомобиле. Смотрим номеруси. Видно вам? О, вот так вот. Бамс. Бамс. Конечно, чуть-чуть неудобно мне фронтальная камера. Буду их пересматривать потом. Вот, а сейчас еду в банк и буду лупасить. Там мне еще пообещали сейчас 7000. Представьте, это сейчас у меня пятерка. Недавно товарищ мой нашел классную бону. Присылают очень часто боны интересные. Значит, нашел, представьте, все нули. Обалдеть просто. За полторушку. Я у него, значит, предложил ему 1000, он ее продал за 1500. Вот так вот, ребятки. Это хороший бизнес. Главное иметь выходы на банки. Вот сегодня у меня что получается? 7,5. 12 тысяч, да? Да, 12 тысяч. Вот сегодня мне поменяю. Сейчас я вам покажу. Приеду из банка. И покажу вам, какие боны мне еще достались. Так, это хорошие деньги. Вот смотрите, 65 65 232. Еще бы немножечко, и можно было бы ликовать. 67. Вот смотрите, интересная боночка, но нет, не интересно. Так. 30 30 479. Так что я, не отходя. О, друзьяки, класс. Эх, ну еще бы немножечко, в конце 4 шестерочки 4 шестерочки. Зарабатываю я минимально 500-600 гривен, просто не напрягаясь, на обычных бонах. Кто все время интересуется, спрашивает. Вот. Что-то получается, но это не напрягаясь. Если полностью заняться плотненько этим всем, подсесть на эту тему, то $200 как с куста можно поднимать на редких бонах. Нужно общаться с банками, нужно постоянно этим заниматься. То есть это не так, что ты пришел в банк и получил презент. Нужно договариваться, иметь выходы. Вот такие пачки вам никто не даст в банке. Так, ну что, пока ничего интересного, но ничего, у нас сегодня, представьте, 12 тысяч будет, поэтому рубасимся до конца. Рубасимся, ищем, ничего страшного, не находим. Скоро мелочь у меня, кстати, будет, ребятки. Мелочь будет у меня, тоже так порядочно, до $100. Вот. О, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6.
интересный номерочек такой. А ну-ка, сейчас я еще раз. 5, 5, 6, 5, 5. Ну да, вот. Ну чуть-чуть, вот видите, чуть-чуть не хватает до хорошего прикупа. 5, 9, 5, 9 в конце. Ну смотрите, 5, 9, 5, 9 в конце. Между ними 8, 5, 3. Ну, немножечко опять неинтересно. Вот, что будет более интересное, буду вам сразу показывать. Меня ждут уже, кстати, в другом банке. Это я в машине сижу, перебираю бабло. Ну а что, это же интересно. Это все денежки. Какие серии такие интересные. А вот, смотрите, 900. О! О, ребяточки, вот она. Вот он. Смотрите, 905-0509. Вот эту оставляем. Вот это, ребятки, 40 гривен сразу. Значит, что у нас здесь? Радар. Антирадар. 905-0509. Класс. Вот это оставили сразу. Эту бону мы продадим. Это 100%. О, вот видите. Вот уже не зря. Так, ну что, эту пачку закончил. Сейчас будем другую распечатывать. Ну все, мои хорошие.